Всем привет, всем здравствуйте! Вы снова с Ириной Якут в Америке. И на моем канале вы можете посмотреть сумочки. Я делаю обзоры на эти сумки и аксессуары. И точно так же вы можете приобрести любую сумочку, которую я вам показываю. Мой интерес составляет 15%. И сейчас у меня для вас сногсшибательная новость. Наш магазин, обожаю наш магазин, он периодически что-нибудь придумывает, и сейчас у них такой прикол. Они разрешают выкупить любую сумку по полному прайсу, которая представлена сумка. Это не распространяется предложение на сумки со скидками. То есть в магазине есть сумки по полному прайсу и есть сумки со скидками. Вот на те сумки, которые только по полному прайсу, раньше мы с вами имели экстра скидки на скидки, это у них в конце месяца такой прикол. А сейчас у них акция. Они дают 20% скидку на сумки, которые получаются по полному прайсу. Сюда только не входит Louis Vuitton, Gucci, Prada. И не все сумочки по Coach входят. По сумкам по Coach нужно отдельно будет уточнять. А сумки Furla, Brahmin, Patricia Nash, Donnie & Borg. Что здесь еще интересного? Michael Kors. Если кого интересует, тоже могу показать. Все это входит в эту скидку. Поэтому сейчас я сделаю вам серию видео, отдельно разобью по брендам. В названии бренда будет показано, о котором бренде идет речь. Я так думаю, что я отдельно сделаю вам по Брамину, по Фурли, по Patricia Nash, по Donnie & Borg. И вы сможете выбрать все, что вы как бы захотите. Ситуация такая, 20% скидка, это значит, что цена, которая написана на ценнике, от этой цены вы можете отнимать 20%, потом добавлять туда 6% налог и 15% мой интерес. Сумочки небольшого размера $40 доставка стоит, среднего размера $55 доставка стоит, и крупнее нужно уже смотреть от размера, может быть 75. Вот, если крупные сумки, ну, если уж совсем большой чемодан, то дороже, естественно. Вот такое объявление интересное. Давайте посмотрим, что сейчас я вам покажу в этом видео. Итак, сумочки Furla. Я не буду показывать все подряд сумки, вернее, называть цену. Если что-то пропущу, ну, значит, будете потом меня спрашивать. 298. Вот такая сумочка. Говорю, не буду, а может и буду. 298 эта сумочка. Та же история с этим цветом и с этим. 328 вот в таком варианте, зернистый такой, обработанная кожа, формованная. И вот такая вот красавица, у нее такой приятный цвет, 398. Он какой-то коньячно-сливовый, вот видите, с таким вот оттенком. С этой стороны черный. Обалденная красотка. Очень фурнитура красивая, это вот никель фурнитура у нее. Замша у нее внутри, но не вся подкладка. Вот здесь ткань и кожа отделана, а вот здесь замша. Красавица. 378 это большая сумка. Там сумочка серая. 498 эта сумочка. Эти малышечки по 278 на цепочках. 398 это крупная. В бордовом цвете и в розовом эти, так же как и в черном, 298. $448.
1448. Эти одинаковые три, только разный цвет. Бордовый, бежевый и черный. 378. Это вот такая плотная формованная кожа. Это в светлом цвете 448, вот в таком бежевом и черном. Крупная. Вот это мягкая кожа. Кофе с молоком такой светло-светло-коричневый 298 и черный вариант. Это тоже мягкое и смотрится прям как мягкое. Вот такой голубоватый приятный. 448 и черный. И это все, что есть в нашем магазине по Фурле. Сейчас покажу вам Ральф Лорена. Ральф Лорен 225. Это в черном варианте такая же стоимость. Мешочек красный 225. Большая сумочка шопер 375. Это тоже шоперы. Не буду цену смотреть даже на них. Вот сюда переедем. Мешочки 158 в цвете бордо, коричневым и черным. Крупные мешочки по цене. Два их в цвете бордовом. $198. Эти сумочки. $195. Такой комбинированный мешочек маленький. $250. Замшевый. Большой, ну средний, небольшой это. 225. Вот такие две сумочки. И Ральф Лорен с этой стороны. 168. И эти малышечки 225. Такие интересные. Две черненьких и одна светло-коричневая. $295, коричневый цвет, черный и красный. И вот эти, ну вот эти две получаются одинаковых, коричневые и черные. $325. И этот средний мешочек 198 в черном цвете. Это все, что было по Ральф Лорену. И в ближайших видео я покажу вам все, что есть без скидок у Патриши Нэш. Все, на что будет распространяться 20% скидка. У Фасл. Сумочки, которые без скидки, но будут на скидках. Все, что есть у Дони энд Борг. Без скидок и будет можно забрать 18 числа со скидкой 20%. Hello. Так, здесь немного сумочек Хоба. И также я смогу вам показать все, что есть у Майкла Корса. Но Майкл Корс, он в основном же не кожаный. То есть вот, если на него у вас интерес будет, Майкла Корса очень много в скидочном магазине, поэтому я никогда его отсюда не показываю, потому что цены здесь зашкаливают. И вот, например, девочка сегодня спрашивает, она хочет вот такой рюкзак от Майкла Корса. 258 его цена из канваса. Даже если он будет со скидкой, у него цена все равно 20%. А в скидочных магазинах мы все такие сумочки видим намного дешевле. Вот Кельвин Кляйн. Ну, уже все остальные я даже вам и показывать не буду.
Вот такие у нас это все Michael Kors. Вот такие будут ближайшие видео. Через день, может быть, два. Вот это кожаный Michael Kors.